Добрый день, дорогие друзья! Трудом красив и славен человек. Работа, которая заняла 2 дня. С помощью электродрели и металлической щетки убираем старую фугу, обрабатываем специальным раствором и даем высохнуть. С помощью шпахтеля наносим новую фугу, даем ей немного подсохнуть, а затем все смываем губкой. Специальным ножиком срезаем старый силикон, обрабатываем поверхность и даем высохнуть. Из картуши белый силикон и специальным пистолетом наносим колбаску. В распылитель набираем воды и добавляем чуть-чуть полоскательного средства. Обрызгиваем нашу силиконовую колбаску. Выбрав нужный нам профиль, специальными квадратиками снимаем лишний силикон и вытираем его на туалетную бумагу. Меняем старый душевой гарнитур на новый. Все, душ обновлен, работа закончена.